идем к вам. Вот это топ вообще. Здрасте. Здравствуйте. А нам к вам? Нам, да, вам к нам. Привет. Здрасте. Привет. Как дела у вас? Хорошо. Хорошо все? Это футболочка? Не подписывал раньше, чтобы точно знал, что мой автограф. Поэтому сейчас вместе сделаем. Поможешь мне? Поможешь? Давай. Давай, бери. Еще. Вот. Это подарок. Это подарок был мне, когда я увидел, что ты меня нарисовал. Мне очень понравилось. Спасибо тебе большое. Ну, не за что. Это ты скажи спасибо большое. Размер, наверное, не подойдет пока что, но я думаю, что ты дорастешь. Матчи смотреть самое то будет. Да? Ну, отлично. Спасибо огромное. Проходите. Разувайтесь, проходите. Давай, пройдем. Мам, что делать? Не переживай, все хорошо. Расскажи, пожалуйста, как получилось, что ты меня нарисовал? Да не переживай, баба, мне не рассказывай. Ты просто мой самый любимый футболист. Спасибо, мне приятно. Мы сходили на футбол, потом Ярик на следующее утро решил нарисовать рисунок. Хорошо повесили, да? Где Ярчик повесил? Там с тобой. Ну, по-моему, похож. У нас есть оригинал рисунка. Есть? Пойдем покажешь. Вот рисунок. Слушай, в оригинале даже лучше выглядит, я скажу тебе честно. Там это просто... первая попытка была, правильно? Это первая удачная. Вот, смотри, Краснодар Сочи 2-0 победили. А чё этот не повесили? Тоже прекрасно. Генетическое. Расскажи всех, кого ты знаешь, Сыночек. Эдуард Спиртян, Корда, Бабачи, Гривцов, Алонсов. Русская версия. Гривцов, Алонсов. Все правильно. Молодец. Тебе сейчас 5 лет же, правильно? Да. А мне было, когда мне было 10, я начал тренироваться. Так что, если ты начнешь тренироваться через год, наверняка ты будешь играть еще лучше, чем я и каждый из нас. Главное себя верить. И свою мечту тогда, если ты уже выбрал, не забывай. Мне надо верить и идти к ней. Хорошо? Да. Эй, хорошо, как, да? Ярик, ого, 2-0, молодец. Спасибо. Молодец. С победой.